Здравствуй, друзья! И в этом видео мы рассмотрим модель ГАЗ-А, которая выходила в журнале серии «Автолегенды СССР» под номером 38. Очень известная машина, которая является звездной копией, заменена на Ford А, хотя машин. Модели ГАЗ-А того лишь и так много. И что же сказать о данной модели? Модель в целом удалась. И единственное значение – это колесные диски. И, конечно, очень просто. Моделька на фоне модели. Отдельные передние фары. На рисне фар сделаны прозрачного пластика. Отдельно жесткого радиатора. Отдельно бампер. Колесные диски. Ручки. И этот двигатель. Колесные имеют. Замечание. Это колесные диски. Сейчас покажу. Сейчас. Ручки двери. Колесные диски. Задние фонари. Нет. Бампер. Меньше. Хорошо, проводок нище имеется, крепежные кузнецы. И да, модель. Сейчас вам покажу. Это ГАЗ-М1. Кузов моделька. Моделька. Не раскрашен салон. Кузов моделька. Да, намного лучше. Который на Куровском заводе. Видите. Ее каждая работа низкий. Сейчас. Следующий.